Ребята, здорово всем! Вы на просторах канала S-Game Street, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить Dying Light The Following. Итак, ребята, у нас задание в конце туннеля. Доберитесь до зернохранилища. Чё, парень, рубишь, да? Красава. Ладно. Чё нам нужно, значит? Нам нужны, как всегда, патроны к автомату. В прошлых сериях мы... использовали автомат. Купим на всякий случай. Мало ли что. Так, что потом? Что потом? В принципе, больше ничего. У меня полный боекомплект. Вот. Погнали. Тихо. Сейчас у нас сколько часов вообще? Так, 7 утра, да? Зернохранилище на другой части карты. Около дамбы как раз, да? Ладненько. Пошли. Все, на централку вышли, центральную трассу. Сейчас еще раз откроем карту и нормально начертим себе маршрут. Значит, мы должны, как всегда, пройти мостик. Окей, давайте отметим, чтобы не путаться, да? Потом, в принципе, по железной дороге, если пойти, то можно добраться. Все. Не так уж все сложно и печально. Какое-то там печальное, конечно же. Все, как говорится, офигительно! Вот зря я сейчас накаркал. Опа! Подумал, что поднимусь. Ладно. Тихо. Человеку помощь нужна здесь, да? Чё, парень, дай мою награду, я свалю. Чё ты? Не даешь что ли? Чё-то не понял, какой-то глюк пошел. Ладно. А, у тебя... У вас два было, да? Ладно. Походу неправильно пришел. Да? Или правильно? Опа. Все, правильно все. Параллельно дорога с железной дорогой. Пошел. В принципе, я не прочь разбираться с вами. Все, я убил его, да? Ее, точнее. Все. Сейчас главное придерживаться железной дороги. И дорога сама нас ведет. Так, здесь осторожно.
Так, где я сейчас? Добрался? Нет, надо это место пройти. Блин, все чики-пуки. Все. Я на месте. Просто точно не знаю. Вот, походу, там кто-то есть там. Найдите брата Аркана. The real Haran virus. Не понял. Бандиты, да? Да, это бандиты. Так, кошка не подняться туда, к сожалению. Зерно. Логично, зернохранилище, да? Ща. Подлатаемся. Готов. Тихо, ты чё? Полегче, как говорится. Я бы даже взял двухстволку, что ли. Так. Тихо. Тоже есть. Все выше нам нужно. Да твою-то и дивизию. Умри. Так. Подорвались, суки. Что за бандиты? Похоже на бандитов Раиса. Кто им сейчас справляет, очень интересно. Так, тихо. Да твою-то я мать! Так, прям по курсу тоже один есть. Тихо. Они выше находятся. Твою что я мать, а? Так, тихо. Фух, он наверху, походу. Просто не знаю где. Там, что ли, где-то. Короче, я забиваю на него. Просто не знаю сейчас, где искать нам брата Аркана. Ёб твою я! Откуда он бьет? Вот откуда он бьет. Сукин сын. А вот он. Сдохни, скотина такая. Просто завод. Здесь какой-то непонятный рельеф, что ли. Похоже, по контейнерам надо искать или как. На этом уровне надо искать. Ладно, здесь не открывается. Чего? Все, я его нашел, походу.
Fuck. Orkin. Kyle. Is that you? Yes, I'll try to help you. No. Just listen. They're following us. Wanted the cure. Didn't know how to open. So asked about Mother. I told them nothing. Don't talk. Save your energy. I'll get you out of here. Lighthouse. Lighthouse. Orkin, stay with me. Damn it. Очень жалко брата Аркана. Блин. Сволочи. Кто они такие? Очень интересные. Очень интересно. The bandits were in the granary, so was Orkin. They captured and tortured him. May the god of the sun accept his soul. Did he tell them anything? I don't know. He said he didn't. He did try to tell me something about the cure. I guess they didn't know how to open it. So some of its remains, even though they spilled a lot at that field. Do you have any idea where they could have gone? Orkin said something about the lighthouse. I'll take a look. Thank you, brother. If you find those vials, give us a sign immediately. You'll take it straight to the mother. Все нормально. Короче, что мы сейчас должны сделать? Мы должны отправиться, ребята, на маяк, да, походу? Брат Аркан что-то вроде... Да. Доберитесь до маяка. Я же говорю, брат Аркан покойный уже что-то про маяк говорил. Зомбарит много стало. Что, они все на шум, что ли, перебежались? Очень интересно. Как я понял, мы должны сейчас пройти главный мост, который отделяет карту, да? Потом после моста, прям по этому перекрестку, по правой стороне можно пойти. Да. Дорога, как говорится, сама нас ведет. Нафиг его. И этого парня тоже. Lena, I copy. Go ahead. Kyle, can you hear me? Shit. Lena. Kyle, please, if you can hear... Так, стопы, я не туда повернул. Надо развернуться. Lena, damn it. Fuck, I'm so close. Из-за этого мне надо терять ориентацию. Сейчас я посмотрю вообще, как правильно пойти. Смотрите, опять я неправильно. Ёб твою дивизию-то, а? В какую сторону тогда пойти мне? Если сюда пойдем, то правильно пойдем? Да, вот сейчас правильно. Так, все, я на правильном пути, просто сейчас отсюда надо назад дойти, зайти вот сюда, на эту дорогу, а вот и маяк.
Ты глянь-ка, здесь безопасная зона есть, да? Здесь можно поспать. Да. Ладно. Так, все, нам сюда. Надо забраться просто. Надо паркурить. Так, я одно не понял. Ой, ёпер твою я. Да слушай. Вот куда зайти внутрь? Как зайти внутрь, вот точнее сказать. Может отсюда, откуда-то. Нужно войти. Давайте проверим. Нет. Не отсюда. Проверим с этой стороны. Ага, все, во. Открытое окно. Блин, куда ты, придурок? Зайди внутрь. Угу. Ага. Финал игры. Да ладно. Вы приближаетесь к развязке The Following. Эта часть проходит в режиме одиночной игры. В пригороде вы сможете... Вы сможете вернуться только после завершения игры и загрузки последнего сохранения. Хотите продолжить? Ага, ясненько. Да. Shit, it's you. Damn, I could kill you. Con? That's me. So turn me loose. Hey, what the fuck? It was you. You're working with Ryze's bandits? Where is it, you son of a bitch? Where the hell is the cure? What? You're crazy. Don't fuck with me, Con. Where is it? Look, I just live here, all right? I don't know shit about working with bandits. Boss, you there? Hello, can you hear me? Who's speaking? Gee, there you are. Okay, listen. Some wise ass took out the granary, and we need to hunt him down. We're waiting by your crib. Coming? No need, pal. Just keep your eye on the balcony. Wait! What the hell, boss? Wait! Listen, I know I went way overboard, but they forced me! They made me do it! It's Crane's there! Hawkins group! Where are they heading? Tell me! To the dam! The priest said the entrance was in the dam! Please! Fucking done with you. Shit! Take him! Look, now! Какой же кошмар. Так. Что далее? Бандитами надо разбираться. Один есть. Твою мать, бери автомат. Так, это тоже есть. Подлутайся, придурок! Блядь. Такие метки, да, суки? Да твою мать, твою мать, твою мать! Где штурмовая ёбнутая винтовка?
Ну уже, блин, я злюсь уже. Пипец как. Где ты, придурок? Придурки, чего вы прячетесь? Да вашу мать, вашу мать! Не знаю, это место мне сложно дается. Все вокруг такое идиотское просто из-за этого. Целую армию США собрали, что ли? Такое ощущение, как будто не спавнится там просто, вот и все. Блять. Все, сейчас надо капсулу взять. Вот я разозлился, пипец как. Где здесь капсулы? Ну твои идиоты. Так. А, вот оно. Все. Это было чуть сложновато, отвечаю. Окажитесь у входа плотины раньше бандитов. Да ладно. Так. Платюн должен пойти. Угу. Сначала с этого лабиринта вырвемся. Надеюсь, успеем. А ничего, сейчас мы типа блокпост устроили здесь. Придурки. Откуда столько бандитов, слушай? Даже при Райсе столько бандитов не было. Машина тоже сломалась у меня, нашло время. Так, сейчас до сюда доберемся. А куда ты, придурок? Ну. Надеюсь, правильно развернулся. Да, правильно. Так, я сейчас выйду просто. Чуть-чуть. Все. Thank you.
все уже, я добираюсь, да, почти. Плотина вообще с другой стороны карты, это полный капец. Так, по железной дороге пойдем. Она потом ведет нас через туннель. Главное добраться до судова. Пока что. Тут уже... Я не вижу, конечно, здесь область, но... Ага, если встать, точнее, на трассу эту, посмотрим по дороге, то дорога прямо ведет, короче, нас к плотине. Ладно. Держимся с железной дороги. Надеюсь, успею. Зомбари только тормозят меня, ребята, так что... Лучше не сбивать их. Все, я встал на маршрут. Так, открываю карту. И да, эта дорога ведет нас прямо к плотине. Так, откуда во вход? Не понял. По лифту, что ли, да? Или по паркуру? Кошка нифига не поможет. Придется пользоваться только паркуром. Так, дальше как? Фух, ребята, наконец-то это было не просто вообще. Сейчас нам надо найти матерь. Походу заходить надо отсюда, да? Ой, блин. Вот я разлился. Я нашел остатки капсул с лекарством, но у меня с собой они целы. Они, возможно, станут спасением, которое мы ищем. Одно но. Кажется, у безликих большие неприятности. Надо добраться до них раньше, чем бандиты. Ясно. Блин. Это было кошмарно, ребята. Так, найдите матерь. Включим фонарик. Вообще, можно включить фонарик здесь? Нет. В принципе, здесь такая приятная картинка. Holy shit. Holy fucking shit. Hey, anybody there? Brother? More fighting. More death. I can't let this happen again. I won't. It's you. Where are the faceless? What's happening to me? Why do I hear your voice inside my head? Children of the Sun, Kyle. They were nothing before the outbreak. Just a half-forgotten tradition. An old-world faith long dead.
Интересно, что это вообще говорит в нашей башке. Until it became all too real. I thought their respect came simply because I was a colonel's wife. We had a good, cozy life. Вообще правильно и интересно. After the outbreak, my husband came to get me out. We didn't stand a chance against the horde. We were bitten. Здесь всех перебили нафиг. He gave me a cigarette kiss and asked me to run. He didn't want to hurt me. I was dragged away by the believers. They came for their mother. It took me a while to remember that my husband didn't smoke. I looked inside. There was a map, a key, and a note with numbers. It led us here. Что это, призраки, что ли? Или это то, что он рассказывает, да? Это то, что было здесь ранее, да? Вот она там, походу, стоит. There were strange vials inside. The others looked to me. It could have held medicine. They could have held poison. I felt a seizure coming. I was about to turn, and I realized, why else would my husband leave me here? I loved him. I trusted him. I remember a taste. Acrid, bitter as blood. У вас есть неиспользованные очки навыков. Так, давайте сначала повысим уровень вождения. Возьмем механик 3 уровня. Так, это походу матери, да? It was because of the light. Someone finally turned the power back on, and the light brought me back. You see, breathing the fumes is one thing, but drinking the liquid is something else entirely. In the light, in the sun, my mind is my own. I'm filled with love you couldn't possibly imagine. Ужасно, тварюга. Постойте, это и есть матерь, что ли, да? Да это же прыгун. In the prophecy, Kyle, then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. And the God of the Sun shall be revealed through him, and through him will he speak. I just need that medicine to save my friends. Look at my face. There is no medicine. You want mankind to become what I am? Listen to my voice. Beautiful evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond. How horrible. Look at me. And when the darkness comes, what then? More death, more killing. You can hide from others, but who will hide them from you? But we don't have to drink it with just the mist. It doesn't matter. Just listen. You've been breathing the mist. It will take longer, but you're already changing into a monster such as myself. No, wait. Listen. The army built a failsafe into their experiment. This entire region can be purified. The question is,
Are you ready to sacrifice thousands of lives, Kyle? Yours among them? Ага, вот смотрите сейчас, ребята, я про этот момент хорошо читал. Я тоже сказал, хорошо читал. Короче, я про этот момент знаю. Как говорится, проинформировался. Здесь у нас сейчас будет две концовки. Одна хорошая, одна плохая. Но, если честно, они обе плохие будут. Так. Значит, что здесь такое? Жертвоприношение? Единственный выход? Черт, хорошо, слушаю. Ага, это... Чтобы выбрать этот вариант, мы должны... нажать на Q. Еще есть у нас вариант, меня твои бредни не интересуют, просто отдай мне капсулу, и я уйду. Вот эта концовка должна быть каноничной. Давайте выберем. Так, меня твои бредни устраивают. Gosh, are you crazy? I won't play your god of the sun. I want no part in this bullshit. Just let me take the vials and go. Maybe you'll understand when you see it with my eyes. Narcissistic. You, the god of the sun himself. I'll show you who no, you really no, are. No! No, goddammit! You fucking monster! I may not be human, but my love for humanity fills me. A love which you defy. And you know that a love rejected turns to anger. An anger you will bear, Kyle Crane. I will make you pay for all those actions. Интересно, потом я смогу запустить вторую концовку? Так, что у нас сейчас будет здесь? Что мы должны сделать? Убейте матерь. Получено достижение в Стиме, а если бы выбор пал на кое-что другое? Ну что я должен сделать? Давайте заберем сюда. Так. Давайте. Лучше на армейская винтовка. Вместо топора давайте османский серп я поставлю. Все. Смотрите, походу ночка, потому что мои очки ловкости удваиваются. Ну и чё? Где ты нахер? Блин, борзые что ли? Это двойники походу. Лучше с автоматом. Так, где вы спавнитесь, вашу мать? Ух, сколько их? Какой-то ночной кошмар. Ну чё так у меня мало патронов-то, а? Призаряжать. Соберём сюда. Как Left 4 Dead, да? В угол и стреляем. Перезарядка. Давай, приближайся. Да они с одного выстрела, в принципе, умирают. Мы типа сейчас мутируем, да?
Да, мы мутируем, прям как они дерем сейчас. Чем-то неприятным, если честно. Я не понимаю, что с нами сейчас происходит, это видение или что это такое. Давай, подходи, тварь. Смотрите, у нас ХП восстанавливается само по себе. Ага. Все, босс файт. Ух ты. Да, это босс файт. Иди сюда, матерь. Вау, вау. Я тебя убью. Как убил всех твоих зомбарей. Встань, 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 придурок. Иди сюда, чё ты так, блин? Да чё ты боишься меня? Слушай, я же свой. Мужик. Я, честно, ничего не вижу, просто у него косплей светится, да? Да иди ты сюда, слышу, чё ты, блин? Пеп-пеп-пеп-пеп-пеп-пеп. Иди ты сюда, слушай, сука. Чёрт, вот ты, сука. На игры для взрослых похоже, если честно. Так, господи. Умри ты, сволочь, скотина. Ты где ты? Слушай. Фонарик включить нельзя было? Так, короче, мы одолели ее, да? First, I'll kill you, bitch. And save my friends, and you can rot in hell. Fucking killed you. This is a poison. It's not a poison. It's a cure. Lena. Lena, I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that he has all the time. He has all the time in the world now. No. No, tell him. Tell him we have a new lead. We have a better one. Where am I? Смотрите-ка, это другая часть города. Походу, не заражённая. Смотрите, там автобус есть, здесь играют. Аж самому что-то стало не по себе, ребята. Короче, это была первая концовка, каноничная, по которой история Dying Light будет продолжаться, потому что
Конечно же, это конечная концовка, короче. Мы убиваем матерь. Она нас отравляет каким-то ядом и ускоряет наш процесс заражения. И мы становимся, мутируем, точнее, в прыгуна ночного охотника. И через катакомбы мы выходим в незараженную часть города с карантинной зоны Харана. Либо в другой город, либо же сам Харан, просто, как уже я сказал ранее, незараженную ее часть. И там, короче, уже Кайл заражает одного, другого, и эпидемия распространяется по всему миру. Об этом мы уже узнаем в Dying Light 2, который выйдет в этом году. Вот, сейчас давайте посмотрим на другую концовку. Так, интересно, как ее сейчас получить, да? Давайте продолжим. Короче, ребята, мы опять здесь. Для тех, кто не знает, чтобы запустить вторую концовку, не каноничную, да, не обязательно, как бы глупо это ни прозвучало, пройти всю игру заново, а просто выбирайте в меню The Following. Короче, кликайте на сохранение в The Following и нажимайте начать задание последователя. Это последнее задание вас кидает в начало входа в дамбу, где Крейн идет к матери, да? Вот. Короче, выбираем вторую концовку, да? Жертвоприношение. Единственный выход. Черт, хорошо, слушаю. So what, that's it? Значит, все, игра окончена? Черт! Черт! Ладно, что делать? All right. What do I do? Wake up the God of the... Пробудить Бога Солнца. Пойдем, Кайл. Мне надо почаще субтитры читать. Так, следуйте за матерью. И переход твоего брата означает, что мы все умрем, и эпидемия, она умрет с нами. То есть Бога. Матерь. Так и было задумано. И пройдет от ветрами смерти, дабы дать миру новую жизнь. Если это бьет сразу, убьет сразу, черт, это того стоит, правда? Это метафора. Я искал доказательства. Кайл, истину в наших традициях. Но смерть Атилы разрушила мои надежды. Это и стало доказательством. А что такое чудо, Кайл? Стать разумным прыгуном? Я просто-напросто чудовище. Стать героем во время апокалипсиса? Ты просто нужен, нужный человек в нужном месте. Все, открываем дверь. Вот ты предохранитель. И что я должен сделать? Ключ, который дал мне муж, подошел, а вот кода нет. Я знаю, что иного пути нет, но я не знаю, как это сделать. Коды? Активируйте боеголовку. Да ладно. Но земля уцелеет. Ага. Активируйте боеголовку. То есть, ребят, эта концовка, одним словом, уничтожает весь Харан с его пригородами, шмригородами, и инфекция погибает. Ладно, активируем. Твой муж, у него тоже был предохранитель. Он отдал коды Атиле, и вот тот должен был оценить. Стой! Коды у тебя? По мнению Атилы, ты рассудишь лучше? Надеюсь, ты примешь верное решение. Кайл, давай остановим это безумие, прошу. Отключение защиты принято. Запущена подготовка ядерных зарядов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну вот и все. Как же я сказал ранее, весь Харан и его пригороды, шмригороды, районы все вместе взятыми взорвались. И тем самым место заражения, все эти ячейки тоже пошли нафиг.
И таким способом мы избавляем мир от харанского вируса. Ну вот и все, ребята. Мы прошли полностью Dying Light The Following. Вот. Эта концовка была, так скажу, более лучше, что ли. Но это не каноничная концовка, ребята. Это просто альтернативная концовка. Вот. Они обе плохие. Потому что, знаете, тут даже создаются некоторые сюжетные дыры, потому что вот... Почему тогда Крейн в самом Dying Light там нашел доктора Камдена, защитил от Раиса данные о исследованиях доктора Зире, чтобы создать вакцину? Но не стыкуется все это, ребята. Вот. Или же какой-то нелепый сюжет здесь появляется в конце. Короче, ребята, как-то вот так. Но все это, конечно же, нам подарит вторую долгожданную часть, которая, как я уже сказал, ранее выйдет, дай бог, в этом году. Как-то вот так. Dying Light The Following — это, одним словом, полный Far Cry с зомбарями. Вот, в огромной и огромной локации. Есть некоторые вещи, которые раздражают, например, в геймплее вообще, в протяжении всего прохождения появляются эти зомбари-бомбомзиры, которые взрываются и привлекают внимание. И, знаете, сидя за рулем и держа в курс на какую-то точку в карте, они постоянно отвлекают и просто надоедают. Человек из-за всего этого злится. Вот. Здесь будут моменты в The Following, когда игрок реально нервничает и злится. Да, в прохождениях всех игр вообще это нормально, с одной стороны, но все-таки некоторые вещи вообще нервируют. Но несмотря на все это, игрушка шикарная. Dying Light The Following такой же шикарный, как и сам Dying Light. И мы все будем надеяться, что вторая часть будет такая же, или даже лучше. Ладно, ребята, еще добавлю про третью концовку. Да-да, ребята, Dying Light The Following еще есть третья концовка, это уже секретная концовка. Вот. Ее можно активировать. И самое прикольное, что эту концовку можно активировать, не проходя весь всю сюжетную линию, а пройдя пролог и некоторые миссии, или же просто пройди пролог, не знаю точно. Короче, я вам покажу, но как-то в другой раз, в отдельном видео, ребята. То, что касается самой Dying Light, тут я с вами не прощаюсь. Да, мы с вами прошли Dying Light и Dying Light The Following, но помимо еще будущей второй части, в Dying Light есть побочные, так скажу, ответвления, я не знаю, как правильно признать. Короче, побочные ветки, это игра Dying Light Bad Blood, это Battle Royale, многие наверняка слышали про это, вот, там голодные игры, все такое. Dying Light, это отдельная игрушка вообще, и еще есть DLC, который называется Hell Raid, тоже большой DLC, по которому есть ему прохождение, и еще DLC, который называется Стая Бозыка. Это уже небольшой DLC, который лучше пройти совместно с другом. Ну, посмотрим, как у меня будет. Ладно, ребята, как-то так. Мир Dying Light очень большой и очень интересный. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. А с вами был Рауль, вы были на канале с Game Street. Ждите продолжения. Всем удачи, всем пока-пока.